ты так на меня смотришь? Скажи. Сказать мне что? Про что? Ты проснулась с ксеноморфом на лице. Я же сказала, эта штука была мертва. Со мной все в порядке. Существо было как бы костяное, белого цвета. Почти паук, но с хвостом. Да, у меня горло побаливает, но у меня все в норме, честно. Белла, ты скоро умрешь. Откуда ты знаешь? Так было с Кизом. Сколько? Часы. Может, день. Мерзость. Пошли. Тут неподалеку есть колония Надежда Хадли. Или что там от нее осталось? Наши коротковолновые передатчики здесь ни хрена не ловят. Надо найти тех, кому удалось выбраться с Сулака. Так что же случилось? Судя по всему, атмосферный процессор взорвался, как бомба в 40 минут. Не очень-то обнадеживающе. Это наша последняя надежда. Сэр, не хотите поговорить о том, что произошло с Вэй? Похоже, колониальная морская пехота Соединенных Штатов вступила в войну с Вейланд Ю. Тему. Сэр, что вам известно о морпехах, отправленных сюда 17 недель назад? То же, что и всем. Сюда отправились два отряда морской пехоты с консультантом-офицером Рипли. Выжили только Рипли, морпех Хикс и какая-то девочка. Они улетели с планеты на Сулака. По прибытии на Фьюри 161 они были в заморозке. Мы должны поверить, что люди Вейланда привели корабль сюда? Зачем им это? Парни, вы это слышали? Даже знать не хочу, что это было. Надежда Хадли выглядит не очень удобно. Так, давайте зачистим центр управления. Нам еще нужно собрать оставшихся морпехов. Радаре что-то появилось.
значит, твой датчик движения засек чье-то пропавшее одеяло? Господи, да научись уже отсеивать ложные цели. Уинтер, разрежь эту чертову дверь. Надо привести это в рабочее состояние. Бишоп, ну-ка глянь. Положи чехол от спортгана на стол. Уинтер, поработай с терминалом, постарайся запитать стол. Так, все сюда. Мы с Бишопом останемся здесь и займемся диагностикой всех перезагружаемых систем. Белла и Рид отправятся на радиовышку и установят связь с нашими парнями. Вызовите их, пусть возвращаются. Сэр, я хотел бы пойти с ними. Я мог бы защитить. Остынь, умник. Вы с Уинтером зачистите территорию, расставите датчики периметра. Понял меня? Так точно, сэр. Точно, умник. Разделаемся с датчиками побыстрее. Я хочу вернуться. Понимаю. Но они защитят всех нас, а не только Беллу. Бишоп, это Уинтер. Первый датчик установлен. Прием. Вас понял. Осталось еще 4. Так, второй датчик стоит и уже работает. Понял, Уит. Ничего, похоже, что кто-то дал здесь свой последний. Магазины пусты. Ни одного патрона. Слушай, вот такая штука была на Белле. Уинтер, скажи мне, что здесь творится.
Бишоп, можешь подключить третий датчик. Прием. Понял. Связь с третьим датчиком установлена. Ну а что? Давайте все ночевать в жуткой лаборатории. Я возьму вечеринки. Бред. Так, Бишоп. Похоже, четвертый датчик работает нормально. Понял, Уинтер. Остался еще один. Штаб, мы подключили пятый датчик. Теперь у вас должен быть периметр. Если он работает, сообщите прием. Понял, Уинтер. Периметр неплох. Миша, что происходит? Прилив энергии. Уинтер, О'Нил, датчик в морге вырубился. Выясните, что там произошло, и возвращайтесь в центр управления. Конец связи. Уинтер, О'Нил, ваша позиция под угрозой. Немедленно возвращайтесь в центр управления. Помню, сэр. Мы ее прихватим. Принято. Кажется, одна была в центральном коридоре. Возвращаемся. Уинтер, поставь турели рядом с боеприпасами. Блок генератор отрубился. Связь с Рит и Беллой потеряна. Итак, нам необходимо отремонтировать радиовышку и связаться с нашими морпехами. В одиночку мы тут долго не протянем. Тут есть туннель. Он ведет прямо туда. О'Нил, Уинтер, возьмите с собой смарт-ган. Найдите девчонок. Двигайтесь по тоннелю, выйдите прямо к радиовышке. Усекли? Так точно, сэр. Уинтер, побежали.
Это 2-1. В туннеле противник. Есть новости от Беллы или Рид? Прием. Черт, это 2-1. Меня кто-нибудь слышит? Здесь обитает что-то очень опасное. Оружие к бою, но стрелять только в крайнем случае. Внимание, люркер! Очищено! Уинтер, О'Нил, слышите меня? Бишоп усилил коротковолновый передатчик, слышите? Так точно, слышим вас. Сигнал все равно слабый, но мы рады слышать вас, сэр. Вас понял, 2-1. Мы следим за вами. Вы примерно в 30 метрах от лифта. Вас понял, сэр. Открываю.